любой войне самое главное – плечо надежного боевого товарища, с которым не страшен любой враг. Только благодаря самоотверженной отваге, патриотизму наших солдат мы сумели победить войну, освободить всю Европу от фашизма. Хамид Иможанов, гвардии старший сержант 58-й гвардейской стрелковой дивизии. Отец ушел на фронт в 1942 году. Служил в легендарной 58-й гвардейской стрелковой дивизии. В ее составе он освобождал сотни городов и сел Украины. Пешком с боями он прошел всю Европу. Участвовал в Берлинской и Пражской наступательных операциях, в освобождении города Дрездена, в боях при форсировании рек Одер и Висла. Награжден орденами Отечественной войны первой и второй степени и другими медалями. Вернулся с фронта в 1945 году. Часто вспоминал своих боевых товарищей. И особенный эпизод при форсировании в 1944 году реки Висла, известном как операция «Багратион». В этом бою отец получил серьезное ранение, и так бы и остался лежать на поле боя, если бы не молодой русский парнишка. Пробегая мимо, он вернулся и под шквальным минометным огнем доставил отца в медсанчасть. В этой заварухе он не успел спросить имя бойца и до конца жизни сожалел, что так и не смог его поблагодарить. А после войны отец продолжил работать учителем, занимался переводом древнеарабских рукописей. Его перу принадлежит перевод известного трактата Хаджи Ахмета Ясауи «Хикмет». Также написал немало трудов об истории родного края. Султангали Иможанов, сын Хамита Иможанова.